Алло? Да, Вито, у нас тут проблемы. Бери ствол и бегом ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке, ясно? Ладно, сейчас буду. Хороший был бы выходной. Откройте, полиция! Слушай, я знаю, что ты там. Это полиция. Открывайте. Просто привет, парни. Хотим задать что происходит? Пару вопросов. Здесь происходит полицейское расследование. Пожалуйста, отойдите. Если не откроешь дверь, мы ее сами откроем. Открывай. Последний раз предупреждаю. Открывай дверь, мать твою. Откройте, полиция! Слушай, я знаю, что ты там. Это полиция. Открывайте! Просто хотим задать пару вопросов. Как успехи? Чем? Ладно, пока. Отличный денек. Полный бак. Конечно. Я тут просто подрабатываю. А хочу я быть актером. Ну, знаете, на радио. Эх, кто же не мечтает работать вас? Пожалуйста. Спасибо. Пока.
Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вито. Итак, Вито, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на 5000, а потом оставили за решеткой. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди ведет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вито. Так что за хрень творится? Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Mm-hmm. Да. Бинс – бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним. Выясни, его ли это работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Arrivederci. Эй, ты, вылезай! А, черт, бежим! Но мы поедем! Дисграциант! Вылазь нахрен! Бежим!
Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Вот ты где. О, отлично. Лучше не подходить, а то Лука меня еще заметит. Собрался, Лука. Риверсайд. Может, на свалку Бруски? Нет, Майк с таким не связывается. Бойня Клементе, конечно! Похоже, Эдди был прав. Так, туда надо пробраться незаметно. Они говорят, что я говорю, что они говорят, что я чокнутый. Не дам. Все выбью сам. Они говорят, что я говорю, что они говорят, что я чокнутый. Выпить. Не надо выпить. Лей, лей, не жалей. Они кричат, все кричат. Их не расколешь, их не сломаешь, их не заборешь. Почему? Все связано. Я знаю, я видел, я говорил. Но они ржали и ругались и проклинали. Я могу забыть. Надо забыть. Канализация. Забыл, может, нет, через нее? Нет, 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 я помню. Что они знают, что я знаю. Черт, забыл дома плавки. Кажется, я могу ее поддеть. Господи, ну и водища!
Черт, теперь еще и собака. Если Лука просто за стейком заехал, я кого-нибудь убью. Никого, видишь? Заткнись, пока мы тебя в котлеты не измололи. Тварь вшивая. Черт, вот они. Все, недоумок паршивый, ты попался. Мне пора. Да ладно. Да. Что же это творится? Не похоже. Эй. Эй, не задерживайся там, а? Я один все делать не хочу. Уж и покурить нельзя. Расслабься. Сколько можно? Ты пепельница? Ты все еще думаешь завязать? Да, со следующего месяца, наверное. Никто. Свиньи или еще. А потом ты чем завязать? Нет, свинья таких. Ну, не знаю, я тут подумывал, может, озвучкой заняться. Говорю, свинья, не обращай внимания. Ты что, да, но... Да кто тебя наймет? Слушай, ты тут новенький или что? Рот закрой, иди работать, или там не одна свинья вещает. Ладно, ладно. У тебя что, уши заросли? Говорю, шабаш на сегодня. Но я еще не доколотил об бинуль. Не заставляй меня повторять. Смена кончилась. Марш отсюда. Ладно, ладно. Это точно. Пошли. Сейчас приду. Звонит мне Лука и говорит, иди сюда. Все воскресенье в Санкт-Петербурге. Думаешь, я не знаю о наркоте? Я в курсе, откуда вы деньги берете. Фальконе считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделается. Ну же, как вы ее провозите? Я ничего не знаю. Я простой бухгалтер. Не выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а?
Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче? Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, убью я тебя перед этим или нет. А, откуда эта чертова вонь? Фу! Эй, там кто-то есть! Эй, ты еще кто такой? О, господи боже, капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с Барбарой. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? А он хорошо держится, да? Дельце будет грязное. Я с тобой не поменяюсь, пожалуйста. Мальчики, взять его! Ты с теми связался, паскуда! Да черт тебя дери! Ты спустишь меня или нет? Спасибо, Вита. За нами должок. Тебя Эдди прислал? А, он заметил, что на перекличке народу не хватает. Черт! Убью этого сукина сына. Бинс, побудь тут. И не светись, пока мы за тобой не вернемся. Ладно, ладно. Вы меня только не забудьте тут. Договорились. Берегись, у него ствол. Я туда, Вита. Убей его. Неплохо. Так, Вита, пошли искать глисту. Глиста сейчас штаны обмочит. Что там творится? Они мертвы? Да, мертвы! Угадай, кто следующий. Сюда едет много парней, у которых много пушек. Черт, опоздали. Уходи. Уходите, придурки! Вита, давай, вперед! Еще один. Прикрой меня, я пойду. Ладно, неплохо.
Пошли найдем этого урода. Тук-тук. Пока он еще кому не позвонил. Открывай. Черт! Так я ее открыть не смогу. Да уж, тут нужно что-то тяжелое, как таран. Знаю. Смотри, тележка. Ах ты, твою мать. Что за черт? А? Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай, попробуй. Сукин сын, что он там? Выходи ко мне. Нет! О, боже! Сейчас! Не трогай меня! На не трогай меня, ублюдок, чертов! Не трогай меня! Глиста погнали! Я чуток поиграю с Лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Спасибо за предложение, но я лучше. Крови не люблю, да? Нет. Не люблю луку. Как знаешь. Но ты много пропускаешь. Начну с погоняла для скота, о котором он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде. Просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал. Хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эй, Бинс! Открывай дверь. Все кончилось. Ты... Ты живой? Ну да. А ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Thank you.
лестницу, но она же в дверь не пролезет, да? Короче, она на него падает, а он начинает. О боже, о боже, о боже! Господи Иисусе, это ты? Вито, о, святая Мадонна, какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Ладно, ладно. Что там с Лукой? Готов. Ладно. А наши как? Ты их нашел? Да. Лука держал их на бойне. Фрэнки мертв, но Бальзам и Бинс в порядке. Лука их допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого. Только дюжина телохранителей Луки. Назад. Вот и все свидетели. Шаг назад, ладно. Было жестко, Эдди. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. О, боже. Добрый день. До скорого. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу? Парад? Вито, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть. Как сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. И спасибо еще раз за все, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Но вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи.
Твоя очередь, Вито. Джентльмены, это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья — тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня. Бог или Родина. Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Вито. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Вито Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей, особенно Дону Френку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Эдди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но я слишком долго выполнял чужую грязную работу. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то.